Друзья, приветствую вас на шоу «Олег жарит». Меня зовут Тамилин Олег, я шеф-повар проекта «Едим дома.ру». Я уверен, у каждого из вас есть свое любимое блюдо. То, которое вы готовите с удовольствием, с душой для друзей или родных. Я, например, очень люблю готовить мясо и морепродукты. Запекать, тушить, жарить, вялить, в общем, готовить в принципе. А еще люблю подбирать каждому блюду интересные соусы. Сливочные, томатные, ягодные, кисло-сладкие, может быть, острые. Вы наверняка уже заметили, что в каждом выпуске я всегда стараюсь как-нибудь ими обыграть то или иное блюдо. Ну что ж, не буду вас долго мучить, сегодня у меня для вас интересная идея. Будем удивлять близких и приготовим вместе мидии, а подадим их с соусом Blue Cheese. И, кстати, это блюдо вполне доступное, сейчас вы сами все увидите. Поехали! Для нашего рецепта мы будем использовать мидии, несколько зубчиков чеснока, сухое белое вино, сок лимона, свежий тимьян, петрушку. Для соуса сливки, сыр Dor Blue, соус Ворчестер. Ну, оливковое масло, думаю, в представлении не нуждается. Начнем с соуса. Давайте готовить. В сотейник отправляем сливки. О, хорошая плита. Сразу греет. Далее сыр. Сыр весь, который у нас есть, использовать не будем. Трех таких кусочков вполне будет достаточно. Сливки горячие, сыр в них должен у нас растопиться, растаять. И после этого мы добавим туда Ворчестер и снимем с огня. В принципе, соус будет готов. Далее начинаем приготовление мидий. Итак, чеснок. Думаю, что вот все 5 зубчиков нам и будут нужны. Чеснок просто раздавливаем ножом. Подготовили. Далее тимьян. Так вот, 4 веточки. Вкусно. Петрушка. Тоже прям вот. Вот такой вот пучок петрушки. Так, лимон сразу разрежем. Берем большую кастрюлю и начинаем ее разогревать. Итак, пришло время самого главного ингредиента. Для нашего ужина я выбрал варено-мороженые чилийские мидии торговой марки Ашан. Так, открываем пачку. И перекладываем в свободную емкость. Мидии просматриваем, убираем колотые раковины, водоросли и, в общем, все, что нам здесь не нравится. Посмотрите, какие красивые крупные раковины и мясистые мидии. В упаковке 500 грамм. Этого смело хватит на 3 порции. Если вы еще никогда не готовили такие мидии, очень советую вам попробовать. Итак, кастрюля у нас горячая. Сейчас все это будет шкварчать, шипеть. Наливаем растительное масло. Такое достаточное количество. Туда отправляем чеснок, тимьян и петрушку, и потом следом сразу мидии. Все, сейчас все будет шуметь, поэтому поехали. И мидии. Белое вино. Накрываем крышкой и варим примерно одну, ну, максимум 2 минуты. Всего пару минут, и вкуснейшие мидии будут готовы. Так, выключаем. Пахнет очень вкусно. Немного подсолим. Так. Шедевр. В соус добавляем Ворчестер. Буквально вот пол столовой ложки. Перемешиваем. Ну и, в принципе, все. Мидии готовы, соус готов. Можно подавать на стол. Готовые мидии выкладываем на тарелку. От них при приготовлении выделился сок, который содержит белое вино, масло оливковое, сок самих мидий. Его ни в коем случае мы не выливаем, а хотя бы часть добавляем прямо вот сюда в тарелку на мидии. Не забываем про соус. Лимончик.
я думаю, обязательно. Ну и пару веточек петрушки. Друзья, вот наше блюдо и готово. Мидии под соусом Blue Cheese довольно просто, очень быстро и оригинально. А вместе с сетью гипермаркетов Ашан это становится еще и очень доступно. Также, друзья, принимайте участие в инстаграм-конкурсе нашего партнера. Правила очень простые. Приготовить любое блюдо по рецепту, который дорог вам и вашим близким, сфотографировать его и опубликовать фото в инстаграме. Дополнить изображение интересным текстом, поставить хэштеги «Родной во всех отношениях» и «Ашан». А победителей ждут полезные призы. Подробнее о конкурсе в описании под видео и на страничке сети гипермаркетов Ашан в инстаграме. Я желаю всем удачи и до встречи в следующих выпусках. Пока. Мидию украду.